слушатели. Я Дим тут отбил. Посадя пойду. Да, да, да. Можно перерывчик поставить? Я вон 3 минуты писал перерывчика. Тоже ссать охота здесь. Я понял. Пойду пивас новый достану. А чё, кто не курит, может трэш пока почистит? Ну, типа за здоровый трэш. Чё, танки есть? Хилу есть? Один танк ссать пошёл. Второго танка я пока не вижу. Кстати, этот... Рога был раньше, что у Реном ДПС был намного больше. Стал Бладельфом, упал. А что ты хотел? У тебя 2% критического урона и 2% крита. Это как бы дохуя. Да там пиздец просто просел. Я думал, все, блядь, нахуй убрался. Потом за счет 1% хосты, ну как-то вроде что-то держусь. Единственный смысл, на кого рогу можно поменять, это либо ворген, либо... Хотя не, это, блядь, только ворген. Либо корол. Потому что... Вульпера у нее либо магический урон, либо физический, к сожалению. Да, на арене Таурен бесит просто. Ну, если ты хочешь для арены, вон себе этого, блин, на этой эльфа сделай. Два ваниша, это топ. Кого? Ночного? Ну, да. У нее же расовая, как ваниш, ну, работает. Нельзя, надо, значит, для этого перейти за альянс, сменить расу только после этого. Херня. Основная задача Роги — это, блядь, делать опены. Чем больше вариаций у тебя уйти в стелс, тем лучше. Учитывая, как здесь работает сбрасывание боя, это вообще пиздец. Когда ты, сука, это, уже да? Пилар 4 раза, сука, оббежал, блядь, и у тебя бой все еще висит, и ты такой, сука, спади, блядь, а бой не спадает. Я, кстати, играл, заметил этот, не знаю, что такое, то ли у меня пинг, то ли что. Иногда ваниш юзаю вместе с кошем, получается. По мне просто прилетает какая-то хуйня, я выхожу из ваниша. А, это Сирус, это нормально. Ой, блядь. Так зачем тебе стоять на месте? Ты юзаешь свой раз свой стелс, и потом сразу жмешь обычный стелс, все. Ну, это я знаю. Про... Не, я шаману пишу. Кстати, а в ПВЕ стелс ночных эльфов из боя выводит на секунду? Да, да. Нихуя себе, это же двойной пот, блядь. Тут, короче, зависит от того, насколько близко ты стоишь к боссу и не палят ли тебя там трэш и так далее. Потому что если тебя видит трэш или видит босс, то у тебя не срабатывает снятие боя. Типа, если за ханта играть и так далее, там 100% ты можешь снять. Вот двойной пот — это вообще это ништяк. Припот. Двойной пот — это ладно. Там для мутика есть гораздо более приятная херня. Это двойная бойня. И это тоже. Ну нет, я сейчас в комбо-то переделаться. На ульдуаре, да. На нынешнем контенте, именно в Наксе, комбат говно. Потому что ты на половине боссов не можешь себе позволить бить своей главной бурстилкой чередой. Куда Локи делся? На работу надо, сори. Понял. Ладно, хоть есть третья специализация. Да тут бы четвертую добавили, суки. Так, я не расслышал, что ты сказал. Говорю, четвертую бы добавили, твари. А кто нас ливанул? Этот... Энх сказал, ему на работу надо. Охуеть. Ну пошлите пока без него. У нас все здесь сейчас. Она на Че? Хилы? Ну хил у нас есть. Этот ходящий труп есть. Ну, в принципе, 2 хила уже есть. Можно почистить. Пока потанчу. На меня понапулил эти ханты. Там хилнес проблема в том, что они сюда на X4 не завезли 3-й спект. Ой, 4-й, пардон.
Ну, в том-то и прикол, я бы уже давно задонатил. Что мне, блядь, нужен и ПВП спек, и сова, и, блядь, медведь, и феррал, и, блядь, почти пиздец. У нас тут кончилась хуйня одна. Да хотя ты заебал уже. Вкуснее будет. Кто будет в одного развлекается? Как бы это странно не звучало. Опа, нахуй. Меня бот не слушается, пацаны. Ну это ГП получается. Боту? Ну да. Надо на ГП дать. Админку не дает, ладно. Ух, ёпт, я тут набрал. У меня еще прикол в том, что у меня, блядь, руны очень долго кдэшатся. Я забыл, что они в анхолде играют. Ты думал, что, в сказку попал, что ли? В раскраску. Меня единственное, что смущает, то, что когда у тебя нет огромной кучи усилков на ловкость, у тебя уклон нихуя не 50 с лишним процентов. Хотя, и можно по ебучке получить. Да. А, согласен, согласен, да. А где наши мужчины? С моими, блядь, 300 нахуй на коте на X2. Ну, на X1, блядь, бывшим. Скипать этот трэш. Вот там разговор на заднем фоне, мне страшно. Ну, скипнули. Коровы топаете, паладины там, гнев небес, не забывайте тыкать, половину мобов не жить. Че, по кругу сейчас будем пускать? Паладинов? Я пробовался. Если паладин напрягся, блин. Очко такое стиснулось. Дайте ему рез, пожалуйста. Сейчас у нас док и упалумб спекнутся в танков. Арчи, походу, да. Он сильно был пьян, похоже. Лобак. Так у нас тоже, блять, на циркуле был один такой пьяный мастер. Блять, уже ник забыл, но. Короче, чувак, в процессе рейда, пока мы первый раз чаяли. Че? А приз диспелить будет? Или кто-нибудь другой? Ох, плохо. Или там маг, или шаман какой-нибудь. Пропушьте бедного коня. Холодно. Или ретрик. А ретрик чем? Может, да я понимаю, понимаю, вар еще как бы может подиспелить щитом, блядь, ебать. А, я думал по нашим, которые имеют. Нет, это хрень. Этого можно даже вообще забыть. Ну, сал 5 секунд. Да.
Тогда сразу в Долоран сгоняю за тонко шмотом. Тебе зачем? Я же сказал же, он полумп. И док спекается. А, даже так? Блин. Я никому не нужен. А, ну вот, короче, тип в процессе одного рейда успел, блядь, протрезветь и зайти на лоста. Он просто пошел спать. Под конец дошел. Я в Ульдуаре просто спать успевал. Доходили. Короче, все просто. Все гениальное просто. Да? Сейчас танк на спекнется, это Умпа-Лумп и Док. А, Войд, пойдешь в трусы. Умпа-Лумп, пойдешь в звезду. Я пойду в печеньку, и Док пойдет в ромбик. Начинает Умпа-Лумп со звезды. Ты держишь своего рыцаря в звездочке и таунтишь босса. Как он тебе тычку даст, таунчу я с тебя. Он мне тычку даст, таунтит Док. И так по кругу выпускаем. У нас прист один, поэтому у нас только такой выбор. Поставьте репку еще раз кто-нибудь. Сейчас по красоте этого петуха убьем. Да пускай бьет. Главное, чтобы он мощно в него ебал. Что там с Рогой? Рога, плюс стендап. Яда перемазывает лежа. Еще раз кого приставим к брать? Никого, ты не берешь МК, ты бьешь. Понял. Бля, я думаю, у меня Лем есть, нахуй. Это был Энх, оказывается. Ебать того родного. Так, у нас минус 2 получается, да? Короче, сидим. Сейчас этого босса убиваем. Следующий кто у нас будет? Пока кто минус 3, но... потому что еще агрессива нет. А, даже минус 3. Типа сейчас люди порезаются. Можешь посрать, приспичило. Я не знаю, что с ним. Короче, в 40 минут рейд заканчиваем, я пойду жрать, я спать. Я тут. Меня... Поднимите, пожалуйста. Прошла реслка. Да, поднимите Рогу. Чё, завтра будем доносить? Да пронос нет, не завтра, я завтра работаю. Поставил, блядь, поставил нахуй на вторник. Так, день, ночь. Вторник, да, сезон. Во вторник, да? Агрессив, куда потерялся? Я тебе ещё, блядь, за жопу кузь сделаю. Агрессия. На ком мы закончим? На этом боссе, да, закончим? Ну, вообще, мы должны этого ёбнуть и следующего. Если вот сейчас некоторые люди не раздуплятся, то как бы будет неприятно. Так, Дэн, подпиши. А напиши, что это допронос в кубочках 25-ка, а то, блядь, не поймут. Так у нас не 23, у нас 22. Пихуй. Где 22? В смысле 22? Агрессия сейчас подойдет, будет 23. Если он подойдет, блин. Ладно, хуй с ним, 22 убьем. Давайте на пул чекаю. На пул. В танке видите, как босс ходит, так же его и таунти по кругу просто пускаете, как проститутку. Да, это лучшая тактика. Разбафайте Рогу, рогалика. Тут на полу не нужны, тут все вывозит таунты, ребята, поэтому танки мы не слакаем с вами. Как только босс подбегает к одной из меток, сразу же таунтит следующая метка. Мы его против часовой таунтим, по кругу его выпускаем. А можно проще, это, чтобы не заморачиваться. Спортсмена ДК включит и все. Зачем? Ну, в смысле, чтобы не заморачиваться, больше ДПСа было. Оставим двух танков, получается. Ну, ДК на подхвате два. Получается, включаешь Анхоли стойку и просто бежишь по кругу, он тебя не догоняет. А, не в том пара дело, что не догоняет. Нет, он дело в том, что мощного удара, радиус большой, он тебе просто пинок под зад даст, без игнорируя твою ДЭ. Вероятность, то, что он тебя шотнет, там не очень большая, плюс у нас есть 4 дизарма. Мы так убиваем по КД, давайте, ну, сейчас понял. Сделаем все красиво. Проще предложу. Ну я понимаю, ну-ка один худо гонит, по-моему, если у тебя на тапках нету спринта. Ну а мы обычно СС, так убиваем. СС кинь по Умпа-Лумпу, он, по-моему, слабее всех тут. Извиню, конечно, вся. Ха, Эршам, Эршам. Я здесь. Умпа-Лумпа я
понимаю, в ретрике, судя по шмоту. Умпа-лумп в ретрике? Умпа-лумп, спекни с танка. У него звук выключен в дискорде. Че, спекнуться надо? Спекайся в протику, стоишь в звезде, танчишь первый, с тебя таунчу я, потом мы вводим босса по кругу, и как он будет в трусах, таунтишь ты его. Запомнил? Так, сначала ты, когда в трусах я. Нет, ты в трусах стоишь, таунтишь первый, ты его танчишь первый. Я добегаю до печеньки, таунчу с тебя, с меня танчит, таунтит ромбик. С ромбика таунтит трусы, ты с трусов таунтишь. То есть он только подбегает, ты уже его таунтишь. Танчишь рыцаря, вот тебе звездочка. И танчишь, когда тебе нужно таунтить. Да, тебе звезде, тебе звезде. Умпа-лумп. Я стою, как я понял, в трусах. Войд, и таунчу, когда... Войд в трусах, умпа-лумп в звезде, док в ромбике, я в печеньке. Таунтит первый звездочка, потом таунтит печенька, я, потом ромбик, док, потом трусы, Войд. Потом с Войда уже таунтит опять умпа-лумп. Все, запомнили? Или еще раз повторить? Давай еще раз, блядь. Мы в 4 танка. Первый, да, в 4 танка. Первый звезда, блядь. Второй печенька, третий ромбик, четвертый Войд, трусики точнее. Потом опять звезда, печенька, ромбик, трусики, звезда, печенька, ромбик, трусики. И пока босс не умрет. Бить будем под Герой. Умрет он быстро и надежно. Еще раз на полчек. Блять, жду агрессива. Давайте. Таймер даю. По таймеру запуливаешь свою звезду и пытаешься затаунтить босса. Побежали. Не нужно, блять, бомжей давать было. Забирай инструктора, а потом тебя затаунчу. Забирай докс меня. Войд. Ладно, Войд проскипанный. Войд, забирай. Войда убило, дайте БР по Войду. Прожмись, он полу. Ай, блядь, хильте его. Войд таунти, протопал таунти, 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 подойди ближе к этой хуне. Не надо давать ему бить, все, док таунти, вот, видите, как мы делаем с догом? Все, красиво, дальше, дальше, подойди ближе к этой к хуйне. Дальше таунти. Войд таунти. Войд, зайди в трусы. Рост обещают. Дождь обещают? Рост. Рост, давайте, да, давайте рост. Таунти. Дождь обещали, блин. Дождь обещали, да. Можете РДД как сова поступить, стать в центре и бить его по кругу. Таунти. Таунти, 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 он полум. Таунти док. Войд. Пал. Я. Док. Оба на крик уебал. Дальше. Дальше. Док. Дальше Войд. Пал дальше. Так, у меня мисс таунт. Таунти. Символ, сука, поставит. Таунти. Да ты бись с этим символом, нахуй. Таунти. Блять, катарафлан способ, но он работает.
Сибил, блядь, по кругу ходит. Пустили по кругу пацана. Четыре танка, блядь. Прикинь, так Лича танчить. Дальше, дальше, дальше. Не гриппа его, он просто как-то кастует хуйню. Оба, у меня мисс таунт. Давай таунти. Нет, там не ускорились просто. Кое-кто меткость не добрал. И символ. Дальше. Ебись со своим символом. Ты, прожмись, прожмись. По уполу больше прохил, дайте. Вот, грипни. Падали, ебаны. Ну, тут символ поставлен. Дальше. Что ты хотел, блядь, 160 меткости, нахуй? Даже до ста нет, блядь. Это ГП. Ты бись, нахуй. С говна и палок собраны. Ну я хотя бы 2000 от него выдержу, блядь. У меня нормальный палатин. Это вы так думаете. Да, мощным ударом по тебе заедет. Не только 2000. Ну, блядь, там... Таунти. Таунти, таунти, палатин, таунти. Да. У него есть привычка дать мощный удар, а потом сразу обычную автоатаку. Это ваншот, да, для паладина. Потому что он мощным ударом тебе срежет всю таунти, таунти. Броню тебе, ну, не броню, а этот, блядь, кап твой деф нахуй пошлет. Потом тычкой по 30 косарей тебе добьет еще, нахуй, все. Таунти будет. Пал. Кастует. Анты тут дохуя что делать могут. Угу. Также отвлекающего стоять, нахуй хуярить можно по КД. Нет, отвлекающего КД больше, в принципе. Пиздец, что вспотел, нахуй, какой-то потный бог. Добейте херню эту, там воет своего рыцаря не танчил, оказывается. А. Бля, топ ачивка. Какой апатин, смотрите. Тотем. Блять, колечко. У нас шаман один, никто не будет против, если я шамана дам тотем. А, колечко дата боксе. Колечко с дата. Го, у нас еще 10 минут есть, мы одного еще босса убьем. Быстрее только трех почистим. Легко убьем. Че, мы же квартал-то делаем, тут всего, блядь, два босса осталось. Посмотрим по времени, ребят. Как мы сейчас говорим, что там босс же будет долгий, 10 минут только фаза будет первая. Нет, этого босса мы легко убьем, а на этих, блядь, на пиздюков четырех нужно будет все равно добирать это время, как бы не успеем. Да пронос стоит на вторник, сейчас вы мне все в ПМ пуги присунете, то не в гильдии, то в гильдии РТ увидят. И я вас добавлю, приглашу через календарь, вот, 10 минут я тебя потеряю. И вы еще увидите, и вам объявление будет. В среду. Вы главное себе как-то, блядь, пробалансируйте, запомните, что у вас будет РТ еще. Ну, не РТ, а, блядь, будет рейдик у вас. Да кому надо, просто сказал, вон, блядь, во вторник на 13.00 стоит. Соответственно... Нет, просто я смогу вас через календарь собрать. Вот в чем прикол. Если вы будете онлайн, я просто приглашу всех через календарь, я не буду вас, блядь, в ЛФГ через ID подземелье искать. Это куда проще, чем, блядь, потом в ЛФГ спамить полчаса и никого не набрать. Приглашение кину, вы там уже за 3 дня разберетесь, у вас будет время или не будет время. Как бы, блядь, тут воскресенье, понедельник, и в среду уже будет этот день. Также в 13 начнем. Ну, ты вообще с гильдии, блядь, что за вопрос? В календаре все есть. Ребят, в конце рейда плюсовать будет, чтобы я сейчас не терялся. Грессив, ты, блядь, с гильдии, нахуй. Вообще ФК-шер, блядь. В натуре, блядь, отсутствует. А чё, кто не знает вообще, чё в ульде падает, какой шмот?
26. Атлас вот открой, посмотри. Схема чего будет 26 падать? Падает с 25-ки 26-й, пухи почти все 32-е, а с этого, блядь, с хардмода будет 239-й шмот. Нихуёво. А чё, вы сразу пойдёте, как выйдет? Да. Ну, типа, фастран. Ну, фастран по-любому не получится. А мы же за ДВ у нас, блядь, Кертена и так далее. Фастран он будет вечерники делать. Продиспельте с них щиты, пожалуйста. Присмал диспел и под них. Детка, спуржи, с него щит. Малыш без тыжи остается. Резать людей, остальные хилы бегут хилить. Трэшка. Он помогу агрессиво поднять рак этого. ФКшел умер. Катя, мне надо было переспекиваться, я что-то не спросил. Надо. Сейчас два танка нужно будет. То есть все, кто спекались дополнительные танки, нафиг обратно. ДД. Значит, не зря спекнулся. Все милики, кроме ретрика, идут направо. Там согрели. Молодцы. Молодцы. На, какой-то петханта, блядь. Охотник, спиной надо ходить, чтобы питомец там, за тобой... Там, походу, агро стоит у него. Так, это с этого босса наруч падает. Все милики, кроме ретрика и... Давай, наверное, агрессива. Переходит направо. А какого именно ретрика? Ну, два их вроде как. Умпа-лумп, иди направо. Окей. Я не с этого. Все милики, кроме Умпа-Лумпа, идут направо. А, Умпа-Лумп направо, а Энака остается. Сова Петрович, иди направо. Холипал и Шам направо идите. Нет, Холипал и Малыш Бестыш направо, остальные здесь стоят. Ой, ты справа, слева? Ну иди направо тогда, я тогда налево поставлю. Слева точнее. То есть остался. Два ханта у нас, да? Все, хватает. На пул чекаю. Детерминейт. Направо перейди. Понятно. Да, бог с ним, пускай остается. Ты задамажишь. 5 агрессив ФК. Хиптик мне его нахуй заебал. Все, босса спулил. В принципе, время у тебя есть, шаман, тотемы поставь прямо в ворота. Наши РДДшники. Угу. Ребята, вы там сильно так не бегайте. Лучше пускай поближе подойдут.
нас, в принципе, ДКшников тут дофига. Один с одной стороны тянет, другой с другой. А нахуя вы в босса лупите, уважаемые? ДКшники тяните, учеников остальных тянуть не надо. Потому что ученики, они уешат, их быстро надо сливать. А остальных пускай танк ловит. Встаньте РДшник и звездочку. Кто справа стоит? Сливайте в первую очередь учеников, они уешат по всем. Какой долгий босс. Сколько волн вообще? 2 минуты, короче. 2:20 Еще 2 минуты 20 секунд. Будет эта хуйня продолжаться. Да не, я был, поеду. Проходил железник с Рамос. Напуливайте ханты на меня. Больше АОЕ по ученикам. Паладин гнев небес дай. Блять, у нас тут урона вообще нет, на. Все, пизда, мы поумирали все. Ну нахуй ты до этого. Сейчас босс. Фаза 26 секунд, подожди. Доливайте трэш нам. Мы умерли. Все что ли? Да. Ой, я. Бля, что за ФК-шеры у нас? Вообще урона ноль, блядь. Да это тоже изи, блядь. Если вот это не ебланили, нахуй. Говорят, сука... Давайте блядь... в начало инста идем, шмотки ролим. И нас на форму. Блядь, учеников нет, блядь. Он стоит, кастует, нахуй, блядь, в коня ебаного. Думаю, ну молодец, хулин. А ты ж Верзибул таки забрал уже себе, нет? Да похуй, чё, они сегодня нахуй никому не нужны. Будет так, для понта. А на распыл можно брать, блин? Нет, ты чё, нихуя. Извиняю, знаю. Эрдру. Второй?
Ну нихуя себе, ебать. Колечко ролим? Так. Ну и кольцо он ролом идет тогда. Да. Ну, больше ничего ролит. Ну, не, да. Агрессив. Помойка стоит опять. В Аргримаре уже, блин. Тебе не нужно, что ли? А, ты на вов? Ну, Архус второй был, 76. Ты наш? Да. Да, пускай собирает. Нет, это одно. Я просто писал, что он ролл. Рольте. Так, кто тут выиграл? 86. 85. Так, там 86 кинули. Кто? Вар. Я не вижу 85 самого большого. Ну, там 86. Не, нету сейчас ничего. А, ну все. Снова ГБ идет. Че ты мне трейд писаешь? Сучка. С ГБ заберешь, продашь. Так там 85 кинули. Сейчас, 98 кинул рога. Агрессив тоже 98. Переролить. Бля, ну что за пиздец, уже обрадовался баблишки. Так, перероливаем. А, я еще даже не ролил. Я 98 кинул. Перераливаем, давайте втроем. Рока, кинь ролл. Ну, агрессив выигрывает, тоже в ГБ идет. В смысле, агрессив же кинул 24? Сперва 98 кинул. Нет, мы сейчас приролили. Я кинул 67, агрессив. О, бля. Агрессив 77 кинул второй раз. Я 3, 367. Да, он все. Да. Нет, о, 24 он кинул. И потом еще раз кинул 77. Он заролил до того момента, когда ГМ сказал перероливать. Ну ладно, хватит. Так, ну, все пароли. Да, опять кот. Слепкот 89. Ну все, все три в ГБ уходят. Все, мне в ПМ отпишите эти, кто с пугов. Все, кто пойдет в ПМ, не отпишите. Кольцо он ролл, он в гильдию ушло. Я писал, что один ролл. А ДП нас, пацаны, когда будет у вас? Во вторник, в 13:00. Ага, понял. Так, ну я не смогу, то ладно, чё, спасибо. Ну, это тоже. Всё, всем спасибо. Всем пока. А можно портик в дал, пожалуйста?